очередной раз прогрузится карта. Я правда. Зачем так громко? Не, я ожидал, что я упаду, но я не думал, что это будет так больно. Так, короче, давай. Я к чему? Посмотри вот в ту сторону, ты стену видишь, вон туда, вон. Сейчас, куда подожди, я... у меня 2 FPS. 3, 4, 5, 11, 20. Так, куда? Вон, видишь, стена впереди? Да. Все, нам же. Типа, это типа зона? Да, это типа зона. Блин, что у меня с... Ой, я только что самолет над нами видел, кстати говоря. У меня что-то лагает дико. У меня FPS выше 20 не поднимается. Меня это очень-очень расстраивает. Привет. Так, ладно, может я когда вниз спущусь. А, то есть ты не заметил, да, что я только что упал там, мне? Нет. Я вижу, как у меня лагает. Так, а как, кстати, интересно? Не. А, ну в принципе. Вот так, наверное. Да. Слушай, ух! Ух! Ты так громко. А, вообще вытворяю. Надо тебя, наверное, чуть-чуть потише сделать. Не, просто ты видел, что я тут вытворяю. Не, ну увидишь, конечно, но... Ты опять наверх полез, что ли? Да, я наверх лезу. Но он цепляться тут не хочет, кстати. Вообще не хочет. Совсем. Там снизу чувак. Промахнулся. Ой, тут, короче, подымешь, чувак, подымешь. Не знаю. Я подумаю. 20 секунд, давай быстрее. Ладно, начнем с этого падения, я думаю, серию. С этого фейла. Так, о, я лезу, да, бам. Там громила. Ладно, да, я вижу. Пойдем к вышке тогда. Блин, у меня дико лагает, я не знаю, в чем дело. Не знаю, ты выпендривался, что у тебя ни одного лага, наоборот, нету и... Да, я выпендрил. А, ну так это уже когда более-менее пролагает. Может, потому что у меня еще карта прогружается, детализация. Ну сейчас уже 30-ка. Как ни странно. Я что-то забыл, что я кнопки переставил. Ау! Оп. Я бы на твоем месте бежал от них. Хорошо, он рванул. Дес, короче, ты знаешь, какую приколюху можно делать? Ну. Смотри, ты где. Ну. Ты где? Тихо, диалог. У меня? Да я тебя порежу, слышь ты! Ладно, в общем, побегу я дальше. Так. Блин, не дал ты мне приколюху показать. Ну, потом покажешь, у нас времени еще много. Оу! Нас учим не на это здание. Нет, походу не сюда. Блин, я побегу по каким-то кустам. Блин, за мной бегут. Почему он не на все... Вот он на камень не хотел забираться. Так. Ты идешь? Тут как-то далековато. Да, сейчас. Мне показывается, что ты, правда, на паузе. Да, я в меню. А. Ты меня сейчас ударил. Джеронимо! Сильно это на качество картинки не повлияет. Бум надеется, что. Но при этом у меня поднимется FPS. О, гады!
Блин, отстаньте. За мной бегут, за мной бегут. Я как всегда, блин. Знаешь, захотел ударить зомби. Ну, ударил, да. Только он меня сожрать пытался. Так, ну, в общем, я нашел, куда нам надо. Я на подходе. Окей, давай спасем чувака выжившего. А, это не выживший. А, не, выживший. Мне нужна твоя помощь, друже. Я тут. Сильно нужна. Опа. Я, в принципе, двоих вынес, даже троих почти что. А тут нету баллона поблизости? Я бы баллон использовал по назначению. Да не, все, я их вынес. О, мы спасли выживших. А, не всех, вон там еще. Еще вот там. Вот еще один. Блин, да что ж так парит? Прям выбешивает. Только погоди, с ними не разговаривай, пока я не приду, ладно? Я молотки пока собираю. Давай, давай. Три молота один. Ты что там, все гоняешь зомбака, что ли? Да я не зомбака гонял, я этого придурка последнего убивал. Я игру гоняешь. Так, а это не зомби были? Ну или кто там? Так. Чё дадут? Не знаю. Дадите нам что-нибудь, чуваки? А, да, вот эту. О, косарь. Нормально. Иди сюда. Оп. Ты чё сделал? Ты, слышишь, ты чё сделал? Ты чё сделал? Не, ну, кстати, я неплохо их так убивал, я им всем бошки посносил, благо у меня вот эта большая бита была. У меня ничего нету, у меня какой-то ободранный ножик. У меня самого, у меня бита раздолбанная в хлам. И это тут этот, молоточек. Опа, чё за дверь? Так, ладно, надо уже завязывать с этим всем делом и просто проходить дальше. Да. А то мы мимо очень много, ну, проходим всякой фигней, страдаем. Ладно, очень трудно замок, сейчас мы с первой попытки не взломаем, конечно же. Ну, кто бы мог подумать. Ну, почти, почти, ладно. О, отлично, я взломал. Так. Да, первый огнестрел. У меня нету. Можно мне сматериться, а ты потом сделаешь звук пип? Хорошо. Вообще полное. Я обязательно сделаю звук пип. Хочешь? Нет, смотри, смотри, сейчас, секунду, чтоб ты вот еще даже можешь два раза сматериться, сейчас я тебе потому что покажу этот пистолет. Это Desert Eagle. Пустынный орел. Нет? Видишь. Это USP. А можешь скинуть, да. Дай заценить. Я тебе обратно скину, обещаю. Да. Ну, даю слово, пацана. Знаю я ваши слова. Так, кстати, ребят, давайте. Вот у меня появился пистолет. Слушай, давай пойдем на подземную парковку. Зона карантина, сложность трудная. Ты хотел вроде по заданиям. Ну ладно, пойдем. Ну, мы здесь не были, в принципе. Я думаю, будет интересно людям увидеть, что здесь. О, ты в зону хочешь, да? Да, я ж тебе о чем. Ну, хорошо тебе. А, стой. Давай сначала захватим. Ну, чтобы близко появляться. Давай. Хорошо тебе, у тебя есть огнестрел, а у меня какой-то ножичек. Ну я, если что, тебя буду спасать. Какой так. Ты вообще... Эть! Не допрыгнул. А я допрыгнул. Да я не до туда прыгал. Опа. Ай, ты, короче, это, сзади. Ты как-то странно выстрелил. Ты выстрелил в одного, а упал в другой. У меня что-то, конечно, может у меня лаг. Да. У меня всего один как бы был. Так, вон еще на улице один ходит. Давай.
выстрели именно в бак. Как я криво стреляю, блин. О, тут классики, давай попрыгаем в классики. И знаешь, короче, я тут фигней страдаю, тут такой взрыв. В общем, я наверху просто включил этот электричество, там ничего не было. Криво прыгнул, она меня схватила. Фу, как у меня FPS просел. И прямо на ее морде. Все, пойдем в зону. Почему у них... Ты че тут бегаешь, дура? Почему у них руки не отрубаются? А ведь должны. Ты охренела, что ли? Слушай, а у пистолета, оказывается, тоже прочность есть. Ну, логично. Помоги мне. Блин, я еще промазал, да, лошара. Ладно, пойдем в зону уже. Блин. А, не, у пистолета прочности нету. Че так лагает? Мне это вообще. Слышу, пистолета прочности нету. Это хорошо. У него есть только заряд патронов, который пока маленький. Прикрой меня, пожалуйста. А я, блин, я в настройках сижу. Сейчас тебя тоже, короче, пинают. Ты сейчас все патроны потратишь. Я им сейчас потрачу. Фигово, что нельзя помогать. Там как-нибудь подтянуть. Их трое. А мы сейчас вот так сделаем, смотри. Секунд. 8, 7, 6, 3, 2, 1, 0. Все. Не, чуть-чуть не успел, чувак, да, прости. Конечно. Я да, пытался. Ролтон мне на уши. Сейчас я заодно... Я пытался в настройки зайти, еще графона урезать. Оу! Слушай, они злые, блин. Слушай, чувак, их тут много, блин, давай резче. Так. А я в другой зоне, что ли? Прикинь, я в другой зоне появился. Шоу вон с моей крыши. Ладно. Я думаю, тебе это понравится. Там? Тут зомби раскидал, в общем, всех, которые были. Ну, тебе понравится, я думаю. Кстати, здесь много всего. Я подобрал что-то 4 аптечки, наверное. Или 3. Ну, нет, вот рядом. Так, а на какую мы у нас ремонт? На Т, по-моему, да? У меня на Р. У меня. Так, дайте мне поставить молотки эти. Дебильный. Так, крикетная бита, хоть ее, а то у меня вообще все сломано. Вот, каменщик. Так, ты где, чувак? Ща, я это пушки ставлю. Ну это молотки всякие, а то у меня реально вообще пустое. О, тут можно спасти, короче, это. О, тут ящики Дэс, прикинь. Их бы спасти. Типа прикинул. Ну ты понял. Чемпион улучшает все показатели оружия. Я далеко просто очень. Капец у меня парит. Чё, в чем дело-то? У меня такое чувство, что надо это. Ком перезагрузить.
нормально, лак словил. Я только что побывал в машине, да. Круто. А почему я в другой зоне-то появился? Вообще в другой, я из задницы бежал. Не знаю, дружи. Вот здесь обыщи. Потом, не знаю, в медичке ты вот тут обыскал? Вот вот тут вот, где я, медичка. Не знаю. Если так дело дальше пойдет, да, я обыскивал. То мне по-любому придется перезаходить. А иначе я... Окей, вот что, медичка. Так, а вот он меня, по-моему, не был. Ну, там и я ее только-только в первый раз. Ну, давай попробуем, зайдем внутрь, может, у тебя будет меньше лагов. Давай. Что-то вообще, блин, странности какие-то. То андеграунд лагает, то... Это херня. Он сразу FPS 60, нормально. Ну, сейчас прогрузится, опять упадет. Соберите все наборы помощи при ЧС. Трудно, награда... Принять! Так, Т, да? Т, русская, английская? Английская. Тут, наверное, много всяких вкусняшек. Оу! Тут эти, слушай, нам надо по-тихому, вырубай фонари. Где? Ага. Их, по-моему, тут немало. Ага. У меня, конечно, 15 аптечек, все дела. Так, быстро-быстро убегай оттуда. Тихо. Тихо, на приседе вообще. Старайся не привлекать лишнего внимания. Чё, как дела? Не получается внимание привлечь? Ну, это, кстати, обычно, их можно хлопнуть. Не привлекай, говорит, внимание. И стреляет. Вообще тихо. Вообще no attention, да? Всякие эти. О, набор при ЧС вот здесь лежит, иди сюда. Не знаю, у тебя будет лежать, нет? Вот иди сюда, вот тут вот. Ничего у меня нет. Опять меняет. Пип. Опять меня пим. А, решил тебя себя пикать сам. Ну ты понял, короче, что я сказал. Да, 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 я понял. Главное, ты понял. Да я-то понял. Тут сумки, короче, надо, можно обыскать. И всякие вкусняшки. Чувак! Фонари, фонари, ультрафиолетом долбай его. О! Я сейчас попробую взорвать. Ну, не получилось, да? Да, ты да, как да, там, живой? 47. Оу! Че, не можешь до меня дойти, да? Положили. Они у меня скриншотами до меня допрыгивают. Скриншот? Так, ладно. Я думаю, надо постараться максимально аккуратно, на самом деле, пройти. А, кстати, наборы при часе-то у меня-то их и не должно быть. Он идется, дается один на команду. Видишь, собрано один из пяти. Еще 800 очков выживания. Зашибись. И все из-за вонючих лагов. О, кстати, я здесь. Слышь, я прямо внутри. Я сныкался. Не ходи сюда, не ходи, не ходи, наверх запрыгни. Вниз спустись. Ты уж определить, отлично, наверх запрыгнуть или вниз спуститься. Не, ну я думал, что ты... Я прямо в тебе, да. Ну. Эй! Я нашел тебя. Ну как бы, все поняли, да, про чё? Да ладно, как будто бы они слышат мой диалог. Не-не-не. Они слышат точно. Давай его хлопнем. Будешь светить, а я... Видел, я в него 7 пуль выпустил, ему хоть бы хрен. Хлоп тебе по заднице. Я не помню, на что у меня, кстати, использование. Там сзади тебя еще один есть, чё. Куда же светить, ты, чё моё?
А я не помню, на что у меня говорю. Не помню там. Ладно. Ну и что там? Он дотянулся до меня. Давай ты будешь. Фак. Я умер. А, то есть вот почему они на меня набросились, да? Спрыгивай туда ко мне. Что-то мне... слышь! Умный, да? Стоит, что ли? Да, так он там у тебя сидит. Но он далеко не уйдет. Все, он выпрыгнул, по-моему, нет? Эх ты, какаха. Кинул меня, да? Ладно. Ну лучше так, чем вдвоем помирать, правильно? Да, меня 800 очков отнимают. Ты же мало от меня ушел по левелу. Зато я не бордель честно шел. Так, ну считай, мне еще надо 3 раза сдохнуть, и тогда ты все три, все оставшиеся 3 еще поднимешь, да? Я правильно тебя понял? Ау! Так, что надо сделать? Надо прокачать, значит, пока там Дэс бегает, надо прокачать навык. Я уже не бегаю. И да, я посмотрю, на что мне надо нажимать, чтобы светить. А, параметры. Управление. Клавиатура. Назначение. Так, движения нет. Действие использовать. Захват, переключение, прицел, перезарядка, починить. Снаряжение на Г надо использовать. Так, он там внутри, да, сидит? Тихо-тихо, не свети, не надо! Не видел. Зато я тебе его подсветил. Слушай, надо коктейли взять. Ё-моё. Я только что альтабнулся случайно. Теперь меня еще сильнее лагает. Да сколько тебя бить-то, ё-моё! Оп! Так, создать, значит, да? Так. Чё за звуки? Чё за звуки? Ух, меня чуть не спалили. Эй, ничего так вроде. Ты там бегай тихонько, тут трое у меня. Да, открывайся, тварь, открывайся! Эть, отлично. Да иди ты! На, падла! Сейчас починим молоточек. Да лежи! Так, надо поаккуратней. Я там чё? Нормульсу? Нейтралами. Хер на этих нейтралов. От военного пытаюсь уломать. На то, чтобы он больше не вставал. Блять, уже, ё-моё. Так, еще 3 из 5.
Плохая идея! Тут надо дробовик по-любому, не меньше. У меня пукан накалился уже. Так. Ну я хотя бы более или менее на самом деле выживаю. Ну правильно, потому что я их гоняю. А ничего, что они как бы за мной некоторые тоже гоняются? Не знаю, не видел. Потому что все за мной бегают. О, зашибись, я сигналку включил. Это ловушка, она сейчас взорвется. Не, сигнализацию включил у машины. И это не ловушка, это просто сигнализация у машины. Да. Примануха. Ну да. Так, я не могу понять, где здесь... Надо коктейли Молотова. Да пошли вы нафиг, ё-моё! Да, иди сюда. Да ё-моё, я ж тебя попал! Так, у меня же есть захват. Так, по-моему, в последней вот в этой машине должен быть. Хрен там не должен быть. Ладно, они к тебе бегут. О, оказывается, багажники машин можно открывать. Пошла вон отсюда, тварь! Чтоб тебя! Почему он по нему не попадает? Они слепят. Эти штуки слепят их. Может быть. Может быть, например, я не убежал. Воу! Так, ты значит всего... Две, да, нашел? Три. Да, я пытаюсь просто понять, где они. Я тут понимаю, так можно как-то через лифт, видимо, выбраться. Не знаю. Так когда ты угомонишься уже, а? Так, короче, ладно, хорошо. Ты не хочешь угомониваться, да? Воу! А, больно. Они за мной бегают. У меня одна ракета осталась. Слушай, чувак, нам определенно как-то надо. Какие же они шустрые, блин. Шустрые и болезненные. Так. Ха-ха-ха!
просто бам-бам меня вынесло. Еще 800 очков. Пиздец просто. Да, в такую зону надо с нормальными. Так, ну смотри, меня возрождает там, где лифт. Это значит, что, скорее всего, как-то это взаимосвязано. Так, я открыл... Ты где лифт был? Я открыл я, там... Я нашел еще одну. Последняя осталась, Дес. Где она хоть была-то? Ну, там, в машине. Еще одна, еще одна. Сейчас найду, значит, она в машине. Все, я догадываюсь, где она. Ну пошли вы, слышите вы, Алло, гаражи. Я знаю нашел, даже, я как... Нашел, бежим. Все, бежим отсюда, сваливаем. Несмотря на то, что я собрал больше, здесь равное количество очков дается. Ну, потому что вместе мы проходим. Как-никак. Ну да. Не знаю, бегут. Да не сыку ты так. Видишь, погоня отстала. Вот так первый проходик у нас. Правда, у меня одни скриншоты. Так, подождешь меня тогда сейчас быстренько? О, дождь. Я сейчас быстренько перезайду. Ну да, но я выключаю как бы запись не буду. Ну ладно, мне буквально пару минут. Спокойной ночи и удачи. Так, давай-ка в зону зайду. А то сейчас ночь начнется, кажись. Она как бы уже идет. Да. Да. Блин, открыл ту полицейскую тачку в надежде, что там будет пистолет. И тебя обломали, да? И там, да, полная... Это... Ты понял. Полная безнадега. Полная обман. Полная обман. Короче, это... Короче, это не то, что я думал. Ух ты. Какая ты милашка. Прям секси-шмекси. Ребята, вы на что смотрите? Я тоже туда хочу посмотреть. О, она, кстати, похожа на Джейд из этого. Ну, по кроссовке. А! Твою мать, ты стояла, не двигаясь! Какого хрена? Тебе понравится этот момент, я не зря решил не выключать камеру. Так, ладно, все. Сейчас я быстренько.